Главным местом мероприятий, посвященных памяти Владимира Карвата, традиционно стала средняя школа номер 8 города Бреста. Учреждение носит имя первого героя Беларуси, и здесь свято чтут имя летчика, отдавшего свою жизнь ради жизни других людей в мае 1996 года в небе над Арабовщиной. В день рождения героя, 28 ноября, здесь прошел митинг. Воины вооруженных сил, жители города Бреста и нашей страны гордятся подвигом нашего земляка. Военнослужащие, для военнослужащих Владимир Карват, подвиг его является примером мужества, героизма, исполнения офицерского долга. И выпускник Владимир Карват всегда будет примером для наших жителей и для воинов Республики Беларусь. К памятной дате в школе подготовили большую программу, в ходе которой родные герои и официальные лица посетили музей Владимира Карвата, а также приняли участие в торжественном посвящении учащихся. 28 мальчишек и девчонок стали полноправными слушателями классов правовой направленности. А вечером того же дня на базе средней школы номер 13 имени Валерия Хована прошли финальные игры и награждение турнира по волейболу памяти Владимира Карвата, который проходит по инициативе администрации Ленинского района Бреста в 17-й раз. В нашем районе мы помним, мы чтим его и каждый год, наверное, вспоминаем этого легендарного человека. Подтверждение тому и шикарный музей, который есть в 8-й школе, и улица, названная именем Карвата. Мы помним и чтим, но Владимир Карват, он был очень живым, спортивным человеком. И поэтому я считаю и с вами полностью согласен, что, наверное, таких людей, как он, людей, которые, для которых слово «подвиг», слово, наверное, «защита людей» не было пустым звуком, их нужно помнить в достойных делах и турнирах. Ирина Ильшова, Павел Молчонок, Антон Луговкин, телекомпания «БОК ТВ».